Когда зима, переждав стремительное лето, на 7 месяцев сковывает льдами якутские реки Лену, Алдан, Вилюй, Алёкму, жизнь в огромном крае, занимающем 1/7 территории страны, не замирает. Основную тяжесть перевозок по Якутии вместе с малыми зимниками берет на свои плечи Аям. Начало этой дороги – Амурская область, Транссиб, станция Большой Невер. А конечная цель – далеко на севере, в Якутске. Амура-Якутская автомагистраль. Аям – ровесник пятилеток. Он по праву стоит в одном строю с Магниткой, Сталинградским тракторным, Днепрогэсом. Разглядывая снимки, сделанные в начале века, понимаешь, какими были эти места всего за 30 лет до начала Аяма. Многое изменилось в Якутии с той поры. Многое, но не природа. За окнами теплой кабины все те же минус 50. А в разгаре солнечного дня ударит вдруг в лобовое стекло ледяное дыхание Аймекона, и сразу поймешь, что такое полюс холода, что такое якутская пурга. Для Аяма это закон. На маршрут одной машины не выезжать, причем за баранкой не более 10 часов. Якутские шоферы — народ особый. И забота о них особая. Такие пункты на Аяме через каждую сотню-другую километров. Аям не должен знать перебоев. И не знает их. По нему движется основной грузопоток Якутии. Жизненно важный грузопоток. Несметные богатства таит вечная мерзлота. И путь к ним вот уже полвека пробивает Аям. Нижний Куранах. Золотодобытчики перешли на новый разрез. Работа не прекращается даже ночью. А доставил сюда новейшую мощную технику Аям. Новые месторождения коксующегося угля разведаны в Чульмане. И этот груз берет на себя Аям. Вместе с веткой малого бама, которая тянется уже в карьеру. По добыче слюды Якутия вышла на первое место в стране. Вот она, бесценная слюда флагопит, которая так нужна в электротехнической и радиопромышленности. А уведет ее отсюда к Транссибу все та же Амура-Якутская магистраль. Аям — зимник. Пока еще зимник. Но уже шагнули через таежные реки капитальные автомобильные мосты. Значит, быть Аяму круглогодичным. За спиной нелегких 1162 километра по мерзлоте, по былому бездорожью. Впереди Якутск, столица республики. Конец пути — и начало нового рейса по Аяму, главной дороге края. Взлети, как птица, дойно, принеси мне на крыле и предания, и были о земле, где предки жили, о родной моей земле. Долина реки Реут,
самого большого притока Днестра. Знаменитые молдавские Кодры. Земля, которая и сегодня раскрывает нам страницы своей далекой истории. Еще в средние века, когда формировалась молдавская народность, высокие берега Реута служили естественной преградой на пути врагов. Как убежище люди использовали и пещеры, вырубленные ими в приреутских скалах, в мягком ракушечнике Котельце. На другом берегу, напротив пещер, археологический музей-заповедник Старой Археи. Здесь жил и процветал город, век рождения которого 14-й. Восстановить по материалам раскопок картину минувшего – дело археологов. Но и непосвященному ясно. С давних времен люди заботились о том, чтобы все, что их окружает, было не просто удобным, красивым. Маленькое село Батучены, находится оно на территории музея-заповедника Старой Архей, тоже можно назвать заповедным. И не только потому, что жители его, обыкновенные сельские труженики, в сегодняшних промыслах, в орнаментах одежды, в повседневном быте, сохраняют верность традиции, верность красоте. Села Батучены, своего рода наглядное пособие по истории народной архитектуры. По-прежнему жилые дома строятся из камня котельца. Из него же аккуратные погребки, где, как и раньше, хранят овощи, виноград, молодое вино. Древний камень-котелец идет и в стены самых новых зданий. И звучит над долиной Реута нестареющая мелодия молдавской дойны.